У Бабруйску поменьшили объемы складских запасов и працевладковали значно большую колькость людей, чем плановали. Выники развития города за 9 месяцев 2016-го подвели на посяджении гарвыканкама. Специалисты управления экономикой означают на керунке, что еще потребуют уваги, а это рост экспорту и заработной платы. И ставить плюс промысловым предприемствам за динамику техничной думки и пошук новых покупников. Каб цяпер дзяліцца станоўчымі дасягненнямі, бабруйскі завод «Таім» працаваў у напружаным графіку больш за 2 гады. Элементы тармазных сістэм у Беларусі ствараюць на некалькіх прадпрыемствах, аднак «Бабруйск» здолеў абысці канкурэнтаў. Цяпер прыбытковае прадпрыемства забяспечвае сваімі калодкамі і рэсіверамі Расію і Беларусь. Чтобы понимать, насколько это сложное изделие, у нас путь до него прошел за 2 года примерно. От момента разработки и согласования всей документации до серийной поставки на конвейер. Жвавость техничной и господарчей думки, потреба часу, варто рабить добро, шмат и недорого. Все лето эта рупливость дозволила повеличить экспорт на 36% у поравнании с минулым годом, а с ним и заработок. Зарплата у нас хоть и не самая большая по городу, но она растет. В сентябре вот у нас средняя зарплата составила 589 рублей. Это выше, чем в начале года на 35%. Приклад «Таіма» – один з шэрагу. У Бабруйску сёлета атрымалася пераўзысці ўласнае дасягненне адразу па некалькіх паказчыках. Динамика к снижению запасов готовой продукции. Если говорить про начало октября, то сейчас уровень запасов самый низкий за последние 4 года. Уровень запасов 87% к среднемесячному объему производства. У Бабруйску 800 человек за первые полгода уладковались на новые працовные места. Удвоя больше, чем прогнозовалось. Бабруйск накированы на захование динамики росту. Алена Соловьева, Седа Каспарова, Александр Тарасов. Новини регион.